А, это вы. Добро пожаловать в место, которое может навсегда изменить ваше представление о возможностях человека. И это не шутка. Еще совсем недавно секретный отдел X представил людям открытие в передаче энергии на расстояние. И сейчас мы начинаем работу над новым уникальным проектом, в котором вам отведена главная роль. Наблюдения за сотрудниками Связного, которые приняли участие в прошлых испытаниях, показали, что многие из них стали намного успешнее и эффективнее не только в работе, но и в жизни. Для меня энергия Связного – это прежде всего огромный багаж эмоций на целый год, даже на два. Когда я был там, то особенно ощущалось, что Связной – это команда, большая команда, которую можно изучать и изучать, и открывать каждый раз для себя что-то новое. Обратите внимание на этого человека. Возможно, вы захотите испытать то же самое. Для меня это что-то невероятное. Я не знаю, есть ли где-то еще такие проекты. Ну, думаю, что нет. Но уникальны. Да, многие из вас уже точно знают, что такое энергия Связного. Когда ты чувствуешь в себе силы, желание изменить весь мир, переплыть океан, дотянуться до Луны, чувствуешь мощь покорителя планеты. Без поддержки настоящей команды, каким бы сильным ты ни был, добиться успеха невозможно. И только когда у тебя есть жажда победы и чувство настоящего единства, это и есть энергия Связного. Ничего страшного, всегда есть план Б. В этом году мы сделали открытие. Оказывается, дело не только в уровне энергии, но и в ее качестве. Итак, энергия сомнения, стресса, соперничества, борьбы дает мощный, но краткосрочный эффект, отнимая массу сил. Но есть энергия более высокого качества. Энергия воодушевления, единения, поддержки. Она фактически неисчерпаема. Она формирует успех в долгосрочной перспективе. И практически не встречает сопротивления. Это и есть чистая энергия Связного. И теперь перед вами стоит грандиозная задача – выделить и аккумулировать ее. Понимание того, как это делать, останется с вами на всю жизнь.